В 2021 году Находкинский судоремонтный завод отмечает свое 70-летие. Георгий Чумаш посвятил свою жизнь работе на предприятии каждый день, как на праздник. Ветеран труда, заслуженный и почетный транспортник России, часто вспоминает, как участвовал в общественной жизни города и проводил все время на рабочем месте у станка. На заводе, в цехе строгал, что там мимо проходил инженер по распредложению Ермаков. Посмотрел на нас, навесно мне. Георгий назывался. Георгий, здравствуй, здравствуй. Вот есть одно предложение, говорит, ну, сможем мы сделать или нет. Я говорю, надо посмотреть. Он говорит, давай посмотрим. Он мне показал, это было пятка толкателя, двигателя на судах. А пароходов у нас было в то время навалом. По 50 пароходов в ремонте стояли. Показал он мне это. Приспособление, я говорю, давай попробуем. Я, значит, сделал камень, оправку, все сделал, испытал, подозвал его, я говорю, вот смотри. Он говорит, о, это же отлично. Слесарь обрабатывал 32 часа, а вы за полчаса ее сделали. 6 причалов, 2 глубоководных пирса. Находкинский судоремонтный завод – одно из градообразующих предприятий. На сегодняшний день на его территории осуществляет судостроение и судоремонт, машиностроение, строительство нижних оснований буровых вышек и других металлоконструкций. Я пожелаю остаться ему на плаву. Пожелаю ему успеха, чтобы работа была, чтобы мы платили хорошую зарплату, и чтобы люди держались, и все, тогда будет все хорошо. Периодически на заводе пополняется база вакансий. Аттестационный центр НСРЗ осуществляет практическую подготовку сварщиков. Для теоретической подготовки на территории завода имеется оборудованный учебный класс на 30 учебных мест, а также музей, куда может прийти любой желающий и ознакомиться с 70-летней историей создания крупного предприятия «Находки».